Правительство России утвердило распределение средств на создание в школах системы мониторинга здоровья учащихся, по которому Тува в 2017 году получит субсидию в размере около 6 миллионов рублей. Республика вошла в число 19 регионов России, между которыми поделили 270 миллионов рублей из средств государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности, предназначенных на реализацию проекта, инициированного Миноборнауки России. Как поясняется в сообщении правительства, средства направляются в том числе на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров, скрининг обследований, повышение квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Студентов Тувы массово проверят на венерические заболевания. Медобследованию подвергнутся все высшие и среднеспециальные учебные заведения республики. Порядок проверки добровольный, но в республиканском кожно-венерологическом диспансере говорят о весьма неплохой явке молодежи. В некоторых районах и в отдельных техникумах и колледжах добиваются 90% охвата. Школы проверяться не будут. В этом году в Туве зарегистрировано 23 случая заболевания сифилисом у студентов. Обследование продлится более месяца.